Просим вас отключить мобильные телефоны. Приятного вам вечера. Затим блестящий зал и ждет, как онемелый. Вот прозвучал аккорд вам опытной рукой, и вслед за ним, дрожа неясный и несмелый, раздался струнный звук и замер над толпой. То был родной мне звук, душа моя узнала в нем отзвук струн своих. И из моих очей, как отлетевший сон, исчезли стены зала. И пестрота толпы, и яркий блеск огней. Широко и светло объятия распахнувши, иной прекрасный мир открылся предо мной. Объявить начало музыкального торжества, посвященного
творческому долголетию дружбы Ее Величества музыки и музыкантов Омского камерного оркестра. Музыка – встреча с божественной сущностью мира. И сегодня головокружительное рандеву с разными музыкальными стилями подарят любимой публике музыканты оркестра и дирижер, новосибирский маэстро Рустам Дельмухаметов. Что такое Омский камерный оркестр? Ансамбль виртуозов? Антреприза? Экспериментальная лаборатория? А стоит ли задаваться этим вопросом, если история оркестра насчитывает уже 25 лет, сочетая в своей творческой деятельности все эти понятия? Так что пора в этом убедиться и познакомиться с оркестром. А для этого приглашаю на сцену постоянную ведущую программ Омского камерного оркестра, музыковеда, заслуженного работника культуры России Ольгу Бурик. Добрый вечер. Наверняка сегодня в зале есть слушатели, которые в первый раз пришли на концерт камерного оркестра. А мы имеем возможность познакомить с инструментами, которые в наш оркестр входят. Познакомить или постоянно нашим слушателям напомнить. Есть замечательное произведение, создано оно английским композитором Бенджамином Бритом. Вообще-то оно знакомит с инструментами симфонического оркестра. Называется «Вариации фуга на тему Пёрсела» или «Путеводитель по оркестру». Но произведение это настолько интересно. А сама идея путешествия по оркестру или знакомства с ним настолько привлекательна, что специально к сегодняшнему концерту омским музыкантом Юрием Краевским была создана версия этого произведения, отдельные фрагменты аранжированы для струнного состава. Мы использовали и тот пояснительный текст, который автор музыки Бриттен внес в партитуру своего сочинения. Итак, Бенджамин Бриттен, струнные вариации и фуга на тему Пёрсела. Сейчас вы услышите тему, которую сочинил великий английский композитор Генри Пёрсел. Ее исполняют все инструменты оркестра. Все по-итальянски значат «тутти». Итак, «тутти». Редко различны.
Послушайте бархатный звук виолончели. Они поют чудесно. Контрабасы огромны, они звучат низко, подчас ворчливо. Теперь снова послушайте оркестр в целом. Исполняется фуга. Инструменты будут вступать один за другим, начиная с первой скрипки. А в заключении одна часть оркестра сыграет чудесную тему Пёрсела, в то время как другая будет продолжать фугу Бриттена. Thank you.
дорогие коллеги, с юбилеем вас, с нашим 25-летием, дорогие слушатели. Поздравляем вас с юбилеем камерного оркестра. Спасибо вам. Господа музыканты, у вас объявляется пауза, так как пришло время принимать поздравления. На сцену приглашается первый заместитель министра культуры Омской области Иван Федорович Шейн. Коллектив, который сейчас находится на сцене, отмечает свой 25-летний юбилей. Дорогие друзья, в свои 25 вы молоды, прекрасны, красивы. Вы находитесь в поиске, экспериментируете, объединяя музыку, живопись, кино, театр, литературу. Жители города вас могут увидеть на улицах нашего города, в парках, на набережной нашего прекрасного Иртыша. Трудно себе представить сегодня наш город, нашу область без камерного симфонического оркестра. Я от всей души хочу каждого из вас, уважаемые друзья, поздравить с прекрасным юбилеем, сказать слова огромное благодарности за ваш талант, творчество, мастерство, энергию, любовь к музыке, любовь к омичам. И сказать, что зритель вас очень любит, надеется, что вы еще долгие-долгие годы будете радовать нас своим талантом и мастерством. С праздником вас, дорогие друзья! Царствует инструментальная музыка, но есть и совместные номера с вокалистами. Продолжим традицию, тем более, что это станет отличным поздравлением от сподвижников по искусству. На сцене солистка музыкального театра Виктория Вебер. Thank you.
Феликс Мендельсон, сальтарелла. Thank you.
Енеску. Румынская рапсодия номер один. Thank you.
антракт, а через 20 минут музыканты представят вашему вниманию знаменитые мелодии, которые давно уже обрели статус музыкальных шедевров. Приятно вам отдохнуть!